Привет, с вами магазин пряжи Коска, меня зовут Алена. Сегодня поговорим о моточной пряже от бренда Ламана. Ламана – это молодой бренд пряжи и одежды, который был основан в 2010 году в Германии. В нашем магазине есть несколько артиклов от этого бренда. Сегодня мы поговорим об артикле Ламана Кузи. Это стопроцентная шерсть альпаки Сури. Альпака Сури – это отдельная порода альпак. У них шерсть очень длинная, скрученная в дреды и очень мягкая. Совершенно не имеет толстого волоса, поэтому пряжа очень пушистая и совершенно не колкая. В нашем магазине есть 4 оттенка. Вот такой вот сливовый. Серебристо-серый. Жемчужно-серый и голубой оттенок. Моточки идут по 50 грамм, в каждом моточке 225 метров. Один моточек стоит 1050 рублей. Пряжа из альпаки одна из самых теплых. Считается, что она в 7 раз теплее, чем шерсть овцы. Изделия из нее получаются очень легкими, мягкими, совершенно невесомыми. Рекомендует производитель вязать эту пряжу на спицах 3 или 4 мм. На таких спицах у нас связан образец. Этот вариант нас абсолютно устроил. Какой нужен вам, выбирайте вы сами. Из этой пряжи получатся очень уютные вещи. Свитера, кардиганы, палантины, головные уборы. Можно вязать из одного цвета. Можно сделать какие-нибудь интересные сочетания. Можно взять 2 оттенка или же даже 3. Хорошо сочетается вот в таком виде. Заказать эту пряжу можно на нашем сайте www.koska.ru либо написать в одну из наших соцсетей ВКонтакт, WhatsApp, Viber, Telegram. И помните, альпаки не страдают, отдавая нам пряжу. Их стригут весной один раз в год и только взрослых. Спасибо за внимание. Всем хорошего дня. Пока.